Красноводского направления Марас Басанов представляет команду Республики Бурятия. Ему 34 года, мастер спорта России. Победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия под руководством Батмы Базарова. Борис Синтрико Айур Неваев представляет команду Республики Бурятия. Ему 19 лет, кандидат в мастера спорта. Победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Победитель первенства Республики Бурятия. Тренируется в школе Олимпийского резерва Бурятии под руководством Димы Немаева. Так, ну, осталось так. Так, 97. Жибалов Илья, Толмачев Максим, Саха. За третий Елбаскин Андрей, Шумов Владислав. И еще по кругу 125. Аронов, Дугаров, Хабаров, Максимов. Thank you.
где живешь, а? Да, братан, просьба. Короче, мне надо список родовых именно рамбаков. А что там? Тебя Наташка вызывала, что мне самого надо. Вот, написано мне есть. Может, что, смотри, отправишь, а? Тыльте, тыльте! Давай, Аюр! Аюр, давай! Давай, 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 давай! О! О! Да. На ковре победу держал Аюр Немаев. Молодежь растет. И завоевал бронзовую медаль чемпионата Дальневосточного федерального округа 2003 года. На ковер приглашаются финалисты.